На Финском заливе проходит петербургский этап чемпионата России по серфингу. Об особенностях соревнований рассказал президент Российской Федерации серфинга Сергей Расшиваев. В этом году вот такой глобальный чемпионат, 5 этапов по всей стране. Первый был Владивосток, сейчас второй Санкт-Петербург. Потом будет третий этап в Калининграде, в августе, сентябрь, Камчатка. Последний этап в октябре в Сочи. По итогам года будет определен чемпион страны в категории короткая доска, шортборд, и в категории лонгборд, длинная доска. На днях состоится основная дисциплина, короткая доска, которая считается самой популярной и зрелищной в мире. Самый сильный состав участников. На данный момент зарегистрировано 24 человека, и 10 человек находятся в листе ожидания, которые претендуют на то, чтобы попасть в эти соревнования. Местом проведения петербургского этапа выбраны мыс Флотский на берегу Финского залива и спот Осиновец на Ладожском озере. Продлятся соревнования до 21 июля и будут проходить в зависимости от наличия соответствующей волны. По результатам этого года сформируется сборная страны, которая будет участвовать в международных серф-играх. Сегодня